В России начались продажи компактного кроссовера C5, первенца нового бренда Omoda. Да, технически эти машины очень близки к продукции Chery, но стилистически Omoda — это нечто особенное. Пока линейка нового бренда состоит из одной модели с единственной силовой установкой — полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 147 лошадиных сил. Привод только передний, разгон до сотни укладывается в 10 секунд. В основе лежит хорошо знакомая платформа T1X. Однако с самого момента появления нового бренда его создатели не перестают напоминать, что Omoda — это нечто большее, чем еще одна автомобильная марка. Мы видим, что все бренды, которые являются успешными на китайском рынке, это больше, чем продукт. Это определенный лайфстайл, это интеграция в жизнь клиентов. Еще одна любопытная особенность в том, что первоначально кроссовер Omoda был представлен как еще одна модель Chery. Уже потом появилось решение превратить ее в самостоятельный бренд. Мы поняли, что эта модель не вписывается в текущую линейку ни Chery, ни XC. И для нас стало очевидным, что эта машина достойна того, чтобы возглавить и основать новый бренд. Обладателем одного из первых экземпляров Omoda C5 стала юная звезда спорта, фигуристка Анна Щербакова. По ее словам, появление этого кроссовера станет для нее дополнительным стимулом сесть за руль. Анна Щербакова — это эталон уверенности, красоты, надежды, что она полностью олицетворяет базовые ценности и решения нашего бренда. Это шаг вперед, это молодость, это уверенность, это не боясь сложных вызовов, потому что запускать бренд в текущей ситуации — это вызов. Естественно, одной модели для полноценного развития бренда недостаточно, и компания это понимает. Я думаю, что к концу следующего года вы увидите 4 модели в рамках бренда Omoda. Скорее всего, линейка пополнится в том числе и электромобилями, которые как нельзя лучше соответствуют имиджу марки. Кроме того, мы почти наверняка увидим другие модели кроссоверов и седан, который был недавно представлен в Китае. Сейчас основные усилия направлены на развитие дилерской сети, которая выстраивается отдельно от брендов Chery и Exeed.